А вы знаете, как один мужик с любовницей в пробку попал, выйти из машины не может, а рядом машина жены. Он говорит, это моя сестра. Жена говорит, да, что-то вы не очень похожи. Муж говорит, мы от разных отцов. А любовница лучше бы она рот не открывала. И от разных матерей тоже. Жена говорит, а что-то я вас раньше не видел. Муж говорит, так она только что приехала из Петербурга. Жена говорит, на велосипеде? Что, на поезде? Ты посмотри, ты же ее обратно по залу везешь. Ну, так, у меня много родственников, а она же у меня не одна. Ну, поняла, она у тебя не одна. Тут ты меня то Любой назовешь, то Люсей. Вчера вон и с Сидором Михайловичем. Сидор Михайлович, это же мой начальник. Да, а что ж ты во сне шептал? Сидор Михайлович, дай я тебя поцелую. Ну, не знаю, может, мне приснилось, что у нее день рождения был. Да, а что тебе приснилось, когда ты меня Леной называл? Ну, река в Сибири. Ну, понятно. Теперь почему от тебя духами пахнет? А чем от меня должно пахнуть? Бензином? Нафталином. Духи-то женские. Ты где вчера был? На работе. Тебя в ресторане видели. Это был не я. В дурацком синем костюме, зеленом галстуке. Какой хочу, такой надеваю. А в ресторане у меня была деловая встреча. С кем? С этой родственницей, у которой юбка короче блузки. А в разрезе на груди видно даже коленки. Ну, то каждая женщина старается показать себя выгодно. Ну да, особенно брату. Вы эту выгоду прикройте. А то он, глядя на нее, свои последние мозги расшибет. Ну что, последние? Потому что первые я тебе сама расшибу. Ну что ты придираешься? Мы с сестрой просто поддерживаем теплые отношения. Ну да, с сестрой теплая, с женой как холодильник. Придешь домой, я тебя устрою. Ну, тут пробка рассосалась, машина жены уехала, а любовница говорит, какая же она у тебя все-таки сердитая. Как ее только мужчина терпит. Муж говорит, какой? Ну вот, который с ней рядом сидел.